Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православный празднует День Андрея. Народный праздник прозвали на Олива, так как на полях созревают овсяные колосья. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память преподобного Андрея Рублева, иконописца, святителя Андрея, архиепископа Крипского, преподобную Марфу Антиохийскую, матери преподобного Симеона Дивногорца, благоверного князя Андрея Боголюбского, память царственных мучеников царя Николая II, императрицы Александры и Иже с ними убиенных, чествуется обретение мощей преподобного Ефимия Суздальского, чудотворца, и другие православные святые, имена которых вспоминают в этот день. Также сегодня празднуется икона Божьей Матери Галатская. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим в мир иной.